Русское географическое общество подвело итоги конференции в Аймиконе. Расширенное заседание регионального совета организации прошло сегодня в Якутске. На совещании вручили билеты новым членам РГО. Удостоверение получили более 80 человек. А главными темами обсуждения стали развитие молодежного движения общества в Якутии и итоги прошедшей на прошлой неделе в селе Тамтора Аймиконского района научно-практической конференции «Аймикон. Полюс холода». Ее посвятили 125-летию выдающегося ученого-геолога, человеку, открывшему полюс холода, Сергею Обручеву. Выступала перед детьми в школе на конференции с обширным докладом о деятельности ее отца, о развитии науки в этой области. И всем был интересен доклад. В дальнейшем конференция проходила в таком динамичном ключе, выступали дети со своими инновационными проектами. Дети из окружающих улусов приехали, глаза горели у детишек.